королевские питомцы, киндер-сюрпризы. Да. Там должна быть коллекция принцессы Дисней и королевские питомцы. Открывай. Можешь киндер ломать. Посмотрим, что нам попало. Он уже сломанный. Да, шоколадка зазвонился. Ого. Давай посмотрим, какая там игрушка нам попадется. Это кепка. Давай тянуть с тобой сейчас будем. Тянем, тянем, тянем. Оп. Не открывается что-то. Не открывается. Давай. Оп. О, открылось. Смотрим. Кто русалка! Нам там? Русалка! Русалка! Точно русалочка или какая-то другая игрушка? Русалка. Ну-ка нам покажи вкладыш какой. Сейчас открою. Ну, давай, мы подождем. Покажи нам вкладыш. Так, у нас там вот такие вот красивые принцессы. А теперь давай собирать игрушечку. Вот сможешь сама собрать? Да. Вот такая у нас русалка и еще лосьочка такая. И подставочка для нее. Покажи нам русалочку, какая она. Ох, какая красивая. Такие красивые волосюшки у нее, как шелк. Да, такие уматные? Да. Ну-ка попробуй ее расчесать расчесочкой. Расчесывается? Да. Ну супер. Мне нравится эта игрушка. Мне тоже. Давай дальше посмотрим, что в следующем киндере. Открывай его. О, осыпается. Ух ты, как быстро. Да? Да. Откроешь сама? Попробую. Давай с тобой потянем его. Тянем, 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 тянем. О. Открыли. Еще одна русалка. Точно такая же? Или нет, другая? Другая. Оранжевая. О, как круто, нам повезло. Ну-ка показывай вкладыш, такой же? Только оранжевенькая. Это такая же коллекция? Покажи нам. Переверни. Вот. Да, такая же коллекция вот, у нас. У нас синенькая и оранжевенькая. Очень круто. Давай, соберем игрушечку вторую, покажем вторую русалочку. Вот такая у нас русалка. Покажи ее вторую игрушечку. Еще вот какая. У нас две попалось русалочки, очень красивых. Да. Просто великолепных. Да. Давай посмотрим, что в следующем киндере. Давайте. Может быть, нам попадется третья русалочка, и мы соберем всю такую коллекцию русалочек. Ты. Будет тогда очень круто. Давай тянуть. Давай тянуть. Опа, открыли. Заколочка нам попалась. У нас оранжевая была, а потом фиолетовая. Ну-ка покажи вкладыш нам. Ух ты. Это русалка-заколка. Покажи вкладыш, что там у нас. Переверни. Покажи всю коллекцию. Это что у нас такие? Заколочки. Заколочки, ну давай собирать. Заколочка можно повесить. Прицепить ее можно на волосы. Да. Будет очень красиво. Или куда-нибудь ее на рюкзачок. Ставь лайк.